Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть. Подождите, вот загрузка сохранения. Вот оно. Продолжаем. Давайте. Итак, у нас инструктаж уже так-то прошел. Рассказали. Вот здесь вот написано еще. Да. Что у нас дальше ждет. Ну, давайте. Твою мать, вот реально вот. PlayStation нахрен. Ага. У меня только одна винтовка. Ну ладно. Это мои, нет? Вот так вот вам. Я взял. И еще возьму. А я не могу ваше оружие взять. Классно. Так, задача. Довести пилота до убежища маков. Ладно. Вот так вот. Что у нас тут? Ты-то хоть у меня не стрельни. Где ты там? Повезло, что вы пришли. Тут рядом маркизово убежище. Вон там. Я еще что-то взял. Так, докуда? Где? Вот они. На. Охренеть, откуда? Вон там. Подожди, давай сюда дойдем. Вот так вот. Вот так, вот, вот. Блин. Перезаряжайся давай. Снайперки нет. Дверь закрыта, ладно. Убежище мака. Подождите. Мне интересно, там вот что. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, продолжаем, продолжаем. Внимание! Охренеть. Ой, 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 минутку. Вот так. Охренеть, он меня пока покоцал-то. Вот, все. Так. Ага. Вот как это выглядело, да, первоначально? Туалет.
странные какашки, не будем разглядывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо повоевали. Все, ты готов? Пойдем. Вон там. Еще один. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, мать. Вперед! Пока получается. Ух. Внимание, берегись. Куда ты стреляешь? Где-то там. Сверху? А я его даже не видел. Где ты? На. Вот так вот. Подожди, берегись. Я-то берегусь, а вот ты-то как? Блин, издалека стрелять. Стреляй! Отойди. Так. Вот так вот. Понятненько. Вы думали, что я за пулемет сяду здесь быстренько, да? Я так бы расправлюсь с ними. Вот так вот. Можно было бы. Ладно. Я уверен, где-то тут могут быть аптечки. Подождите. Нет. Аптечек нет, ну ладно. Заходим.
Опа. Довел же до убежища, нет? Так. Ну все. Ты американский агент? Вам было не слишком трудно сюда добраться? Нормально. Надо использовать оружие, которое у тебя есть, оно слишком шумное. Ну так вот. И чё, что шумное? Твое шумное вообще вот мне еще ни разу не мешало. Выживал, знаете ли. Наконец есть маленький гараж для грузовиков на станции. Мой старый друг. Ладно. Охренеть. Пипец. Охренеть, с первого раза. Тихо. Ёд твою мать. Ага, вот так вот. Вроде бы правильно сделал. Он пока не видит. Пулеметчик тоже. Так.
вот отсюда он стрелял по мне. Ладно. Давайте смотрим. Так. Так, возвращаемся. Сегодня иду в театр. Поэтому вот. На Хануму. А вот он еще один. Твою мать! Перевести пули на первый узел. Перевести пули на первый узел. Давай. Это лес. Так, пока вроде неплохо. Куда она пойдёт? Вау, туда, наверное, да, расхреначил. Ёб твою мать! По фашистов, с ППШ, блин! Разбиваемая. Ладно. Давай, блин, скоро выдвигаться уже. Что-то понять не могу, подождите, так если это разбито корыто, нахрен мне тогда вообще что-то тут делать? Что-то я не догоняю. Вот эти точки, где... у меня там сейчас, кстати, физиономия, но у меня компас есть. На этом компасе показано две точки. И они приближаются к друг другу, когда ты подходишь к заданию. Понятно.
Блин, все тут в бочках, нигде не стрельнет, не пукнет нахрен. Вообще красиво, блин. Так, подожди. Ага. Где еще? Вот так вот. Оправдали. Минутку. Надо до заправку. Мне тогда заправку тоже надо. Не только у нас герой. Один, но еще и я же тоже должен. Итак. Я как истинный театрал еще должен на коньяк, да, успеть. Так. Твою мать. Вниз. Ну я так и думал. Как раз сохранена. Смотрите, как он перезаряжает. Мне вообще нравится это все-то. Один выстрел, ну какой-то, как будто десерт игл из контры. Твою мать! Да ладно, прибейте меня, пожалуйста. Кто так стреляет? Ну кто так стреляет, мать вашу? Охренеть, блин. Хотел помереть, но... Так, ладно, у меня есть гранаты. И с этими гранатами мы сейчас... Охренеть. Ладно. Ой,
Вот так. Все. Охренеть. А ведь хотел помереть первоначально, ну. Ладно. Ладно, мне еще надо в ДНС за наушниками идти, поэтому. У нас здесь. Ага. Ой. Десяточку снял с меня. Молодец. Якобы не слышно, да, с такого расстояния даже. Ну, тот путь. А, так я здесь перебил он сколько. Так, а что мне надо? Установить взрывчатку на путевой барьер. Потом посюда сбежать еще. Установить взрывчатку на путевой барьер. Подождите. Мать вашу. Это где-то. Это мост? Или электроника, которая. Задача была выпустить взрывчатку на путевой барьер. Там притаился. Ага, вот он, все понял. На пути. Почему здесь то нахрен он здесь нужен, взрывчатка? Но тем не менее, ладно. Итак, у меня точки сводятся, это значит, я приближаюсь туда, куда мне надо. Ну вот и все. Внимание, я буду таранить ворота. Следите за тылами. Ой. Ха-ха-ха-ха. Следите за тылами.
Продолжи. Так, нас пропускают, так текстуры пропадают. Тоже правильно, даже первое. Паул, как только я зайду в сарай, вам придется скрыться и найти убежище до появления инспекторов. Удачи, Паул. Надеюсь, еще увидимся. Ну вот, ни хрена себе. Проникнуть за периметр. Шевелись, быстро! Так. Так, хорошо. Где? Твою мать! Так, типа партизанской войны надо вести. Проникните за периметр. Да, охренеть. Твою мать! Убудки, значит. Thank you.
Охренеть. Итак, уничтожаем всех. Охренеть. Так как понимаю, по игре звук выстрелов не очень сильно расходится. Поэтому на шифте надо потихонечку так вот идти, чтобы не шуметь. Одним патроном двоих. Так, идем дальше. В дом мы не пойдем, хотя там может быть какие-нибудь дополнительные миссии, но нас это не интересует. Нас интересует выбраться отсюда. Подождите, вот есть танк, я не знаю, можно его заминировать? Нет, нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь мы идем обратно, возвращаем свои жизни. Я где-то видел там. Специально не стал брать. Блин. Ну я видел, видел. Не надо мне тут брехать. Вот так вот. Самое, чего мне нравится в этих играх, то что здесь не бесконечные эти утырки. Бывает просто такой эпизод, как в Call of Duty, когда они бесконечно валят. Здесь нет, здесь если убил, то убил. Бесконечности нет вот этой. Пока ты не пройдешь данный участок. Подождите, не спи.
Отправить так фальшивое сообщение. Выкрасть солдатский манифест, выкрасть боевые планы. Я чё, вот? Твою мать! Попить не дают! Вас из нас! Или какого хера? Перевожу на русский. Собрать любую информацию о новом танке Тигр, выкрасть боевые планы, выкрасть солдатский манифест. Твою мать. Вот не дай бог, все это в одном доме. Там просто пару офицеров было. Так, один, нет, ну не в горшке, конечно, но... Бозер, ой, спасибо. Давай. Твою мать, вот куда ты кажешь? Этот компас еще. Ладно. Твою мать, у меня 10 минут осталось. Надо миссию как-нибудь пройти. Ну, единственное, что-то, что вот вы в другом доме.
Так. Уже хорошо. Вашу ж мать. Так, выкрасть солдатский манифест. Выкрасть солдатский манифест. Ой, я, блин, в душе не... Привыкли, да, к дармовщинке тут. Охренеть. Ну, кстати, я подпил тоже. Не очень-то соображаю, конечно, что происходит. Третий дом, видимо, нужен. Так. Картины, произведения искусства, все они этого забирали. И, кстати, большинство из них уничтожалось. Минутку. Так. Сбегаем, подождите. Я даже видел,
Ко мне какое-то тело приближалось. Блять, час целый остался. Надо сваливать. Ну, в смысле, я имею в виду заканчивать игру. И сваливать. Театру. Да. Культурный я человек. Возьму себе коньячка, как настоящий театрал. Ну, действительно, театр это вещь. Твою мать! Почему все так? Ладно. Где-то тут... Ты за мной не идешь, нет? Давай. Надо убираться отсюда. Ох, и миссия завершена. Прекрасно поработали по сбору разведданных, лейтенант. Эту информацию оценят наши части, продвигающиеся по Нормандии. Теперь о вашем следующем назначении. Как мы говорили, три дивизии 7-го американского корпуса приближаются к второму по величине порту Франции – Бресту. В распоряжении немецкого командира порта 50-тысячное войско и несколько тяжелых батарей, защищающих побережье, которые он навел на наш авангард. Командование составило дерзкий план, который может повысить шансы союзников захватить Брест. Охраняя основное устье реки, текущей по району, мы сможем быстрее перебрасывать войска и вооружение и сильнее надавить на осажденный город. Время не терпит, но у нас не хватает танков, чтобы быстро пересечь мост. Так что мы решили освободить вражеского королевского тигра. Благодаря документам, которые вы добыли из немецкого командного пункта, ОСС смогли быстро научить ветерана американских танковых войск управлять этим бронированным бегемотом. Лейтенант, вот команда, которую вы возглавите. Вы встретитесь в точке сбора в предместьях Ландерно, маленького города примерно в 25 километрах к северо-востоку от Бреста. У вас опасное задание. Да, опасное, конечно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!